Знакомьтесь, это Хэппи. Из него растили продолжатели семейного бизнеса, хотя сам он от рождения был... Хэппи! Рокером. Хватит барабанить, пора начинать работать. Пап, я хочу играть в группе. Мир посмотрю. Традиция длиной в 4000 лет не прервется из-за кролика-эгоиста, которому она не по душе. Я обязательно выбьюсь в люди. В Голливуде. Все великие перед тем, как прославиться, страдали. Та дамочка вон Гарри Поттера чуть ли не на помойке писала. А у меня талант есть. Я драйвовый. Главное, не попасть. О нет, уже попал. Знаешь что, я думаю, мы с тобой обойдемся без страховых. Надо найти Хэппи, вызвать розовые береты. Я могу завалиться где угодно, выеживаться не стану. А газетки зачем? Ну, ты же животное, так что... А, я понял. Ты хочешь, чтобы я спал в своих кака и пипи, как последняя свинья? Он прибыл к нам. Джакузи меня так клево расслабило. Джакузи? Выключи, если не в лоб, а то пены многовато. В погоне за своей мечтой. Я ударник самородок. И никому не позволит встать у него на пути. О нет, розовые береты. Фред, а что я в коробке? Фред, я перестану шалить, буду убираться. Я же особенный. Я жутко особенный. Ты что делаешь? Ну болтаешь ты. И еще какаешь конфетками, и что? Этим летом. Да ты не понимаешь, у меня свидание с судьбой. Хассельхоф, вау. Тонны конфет. Стой, не ешь это. Фред, отстань. Со вкусом манго. Милые цыпочки. Коснуться можно? Ау! Ну вот и коснулся. Спасибо. И зажигательный рок-н-ролл. Стоп, стоп. Мне не понравилось. Я в отпаде! Бунт ушастых! Ты погляди! Какой клевый плюшевый кролик! Ой, а какой мягенький, и миленький, и классненький, и тепленький! У нее кто-нибудь есть? Нет, она одна и мечтает о зайке. С 9 июня!